Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Garmin Epix Gen 2 можно включить режим энергосбережения. Зажимаем клавишу Light, выбираем режим энергосбережения из меню и нажимаем Start. Так оно включено, так выключено. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!